Всех приветствую, дорогие зрители. Нашел виллу 3+1 двухуровневая в районе Каркаджак. До моря здесь расстояние до воды 1470 метров максимум. 700 метров впереди у нас маркеты, также сеть магазинов 101, пекарня вот в начале района Каркаджак. Вид у нас на море, на эту природу, на деревья, на блок, также на крепость Алани. Вот. Огромная терраса. Годовой, то есть ежемесячно айдат здесь 1200 лир. Есть общий бассейн. Бассейн прямо около виллы. Работает 12 месяцев. Также она, там есть теплый бассейн. Зимой тоже она функционирует. Итак, 11 лет проекту этому. Первая спальня. Требуется, конечно, ремонт. Санузел. Потолок высокий. Это у нас санузел с ванной. Ага. Две спальни наверху, это третья спальня. Так, это гостиная. Почти с отдельной кухней. Так. Здесь кладовка, даже сейф есть. Мраморная столешница, ну. 12 лет, я думаю, что если мраморная столешница. Не один сказали. Бытовая техника вроде есть, но подуставшая. Там фирма. Так. Угу. Выйдем-ка мы на балкон. Сторона здесь, ну, юг, восток, юго-восток и запад. Здесь еще один санузел, три санузла с душевыми кабинками. Тут спальня. И вот бассейн вы видите уже. Квадратных метров здесь 160-150 чистые, как минимум. Может быть и 170. Комнатки большие. Выхожу я во двор. Итак, здесь зонтики, шезлонги, беседочка. Вот такая вилла, душевая часть. Покажу лесенку.
Дорога асфальтированная, идет вниз. Так, дорогие зрители, цена этой виллы 222 тысяч евро. Есть маленький торг. Звоните, пишите. Плюс 90 555 064 91 10. Почти со собственным бассейном. Но так как тут 5 вилл, общий считается этот бассейн. Но вы увидели, прямо дверь выходишь, бассейн рядом. Близко к морю. 1,5 километра, это нормальное расстояние для виллы. Тут песчаный пляж, также мелкий гравий района Кыркызчак, многие знают. Все, всем пока-пока.